Друзья, всех приветствую, с вами Димон, вы на канале Все Китай, и сегодня у нас посылочка из сайта Banggood, а именно комплектующие для моего ПК SSD диски из Китая, один из самых дешевых, $31, доехал за 15 дней, очень даже быстро. Здесь у нас SSD-шка не самая какая там дешманская, no name, да, а вот именно, я думаю, нормальная, потому что производитель нормальный, популярный в Китае, не так или не так. В общем, я знаю, что данная фирма очень часто рекламируется на сайте AliExpress. Куча распродаж, там флешки, SSD-шки, HDD, там HDD с паролями, флешки с паролями. То есть ассортимент у них большой. Я выбрал на сайте Banggood SSD-диск на 120 гигабайт. Давайте же откроем и посмотрим. А также установим на мой ПК, запустим, проверим скорость, в общем, протестируем данную SSD-шку. Итак, оценили в $12.61. Открываем. Есть у нас пупырка, это хорошо, нормально. Нифига себе, даже упаковочка есть у данного SSD. Продажная. Ух ты, ё-моё. Не, ну солидно, друзья. Солидно, очень даже интересно. Смотрите. На 120 гигабайт, все на английском, китайского почти нет. Вот только вот здесь немножко есть. Все так довольно-таки хорошо. Пломба стоит. Мне нравится, знаете, хорошо забацали, сделали. Так, давайте аккуратно откроем. По крайней мере, я постараюсь аккуратно открыть, потому что это пломба, блин. Не люблю я эти пломбы, вечно они так плохо вот так вот снимаются. Итак, откроем и посмотрим. Итак, друзья, вот он, маленький такой, ух ты, ё-моё, тоненький, 7 миллиметров, вот он. Прикольно, это у нас из металла. Он полностью сделан из металла, я так думаю, это алюминий, да, скорее всего, это алюминий, он тоненький, не так, SSD драйв, то есть все прикольно, подключение у нас здесь. Так, смотрим, вот моделька N530S 120 гигабайт. Ну, по крайней мере, вид хороший, добротный. Итак, что у нас еще есть в комплекте? В комплекте у нас только вот такая вот user guide, да, и все, на английском, больше нет ничего. Как-то вот так, друзья, даже скорости не написано. Нужно смотреть на сайте производителя. Итак, друзья, предлагаю установить данный SSD и проверить, рабочий, нормальный он или нет. Погнали! Прошла уже целая неделя, друзья, попользовался нашим SSD-диском, установил Windows. И я рад, реально я рад, что купил данный SSD-шник, который стоит чуть более $30. Потому что перед покупкой данного SSD я хотел покупать у себя дома SSD-шник от Kingston на 240 гигабайт, там почти за $100. Но хорошо, что я не купил, потому что скорость отличная. В общем, суперская скорость. Давайте посмотрим. Итак, у меня стоял Western Digital Black, обычный HDD на 500 гигабайт. И вот его результаты, друзья. Как видите, ну это стандартный результат для HDD. Итак, и вот наш SSD-диск, друзья. Зацените результаты. Три раза быстрее, в некоторых случаях вообще почти в 10 раз быстрее, то есть скорость феноменальная, офигенная, я вам скажу, друзья. Что на практике? Мой ПК запускался где-то с холодного старта, да, это 1 минута 15 секунд. Сейчас запускается за 30 секунд, это довольно-таки быстро, все летает шустро, никаких лагов вообще не случалось, то есть компьютер не зависал, ничего не тупило, все как работало отлично, так и работает. У меня стоит Windows 7, 120 гиг хватает с головой. По сути, доступно 111, и это хороший довольно-таки результат. SSD-шка стоит, не греется, все с ней хорошо и супер, реально могу рекомендовать, друзья. А также пользуйтесь кэшбэком, потому что я пользуюсь кэшбэком EPN, и у него наконец-то появилась возможность получать кэшбэк из интернет-магазина Banggood, целых 6%. Реально рекомендую. Также на сайте Banggood сейчас проходят акции офигенные, потому что Banggood скоро 10 лет. Понятное дело, где-то акции, где-то полная фигня, но есть интересные товары, у которых реально ценник стал ниже, ну а есть, понятное дело, товары, у которых ценник как был, так и остался, да, но там своя система, кто знает, что такое акции, тот меня понял. Но все-таки, друзья, заходите, ищите, явно интересный товар для себя вы найдете. Ссылочка на данный SSD будет в описании. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Все Китай. С вами был Димон, всем пока, всем удачи!